Всем привет! Сегодня новый день, новый влог. Мы идем на почту, чтобы взять там коробку. Я хочу отправить посылку к подруге в Германию. Вот. Идем. У нас погода солнечная. Не сказать, что прям холодно. Морозец такой небольшой. Снега у нас еще пока нет. Температура где-то минус 5, наверное, чуть побольше. Да? Да, так, чуть-чуть. Чуть-чуть снег лежит. Вот. Местами. Но особо снега нету почему-то. В прошлом году уже октябрь, ноябрь, в ноябре снег, по-моему, был. У меня видео есть. Вот. Идем. Мам, вдвоем. А папа сказал, что еще 3 дня до снега, чтобы он выпал. А он еще не выпал. Да, кстати, по прогнозу погоды у нас через 3 дня должен быть снег. Еще сегодня, кстати, мне нужно будет зайти на Валберис, посылку забрать. Правильно, Вайлберис, по-моему, да, называется сайт. Вот там мне пришла платьишко. И еще одна посылка, кстати, задерживается. А это мне должна прийти. Не знаю. Посылка задерживается, там должна кольцевая лампа светодиодная прийти. Вот, не знаю. Сегодня? Не сегодня, не знаю когда. Задерживается она, посылка. А сегодня платьишко заберу, потому что я и так уже где-то 3 дня, наверное, жду. Та посылка не идет, а это просто так лежит, боюсь, уйдет. Даже, смотри, не боятся. Они привыкшие уже. Пришли мы на почту. Вот она, наша почта, номер 14. Давай осторожно маску оденем. Забрали мы коробку так вот в разобранном состоянии. Вот, будем дома, так что собирать. Я первый раз вообще буду коробки собирать, если честно. Вот, узнала, сколько будет посылка стоить в Германию, отправка за 2 килограмма до 2 килограмм, в общем, 6 тысяч тенге. И там дальше поехали. Короче, там дороговато следующая цифра идет. 10-20 тысяч, в общем. Вот такие вот дела. Мы сейчас еще, наверное, сходим на Вилберис сразу же, заберем посылку. И потом пойдем уже домой. Еще я маме помогаю ремонт делать дома на кухне. Тоже пойду сейчас доделать. Вчера делала, замазывала там. В общем, потоп был у них. Сейчас, да. Потоп у них был, и там все отбивала я, заново замазывала, шпаклевала. Вот сегодня надо будет еще один слой делать. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven that found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. Thank you.
I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell instead of death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me for good. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Вилбереса пришло еще вот такое вот платьишко, как типа домашнего платьишка, в принципе, хорошего качества, где-то 46-й, по-моему, размер написано, да, 46-й размер, М-ка, в принципе, на меня оно пойдет, мне кажется, даже оно будет немножко свободненькое, вот такое вот оно ниже колен получается, где-то вот так, наверное. Вот, ниже колена он у меня, да? Хорошо. И я хочу его отправить, конечно же, Свете. Давать курицу с помощью вот такой приправы Маги. Это сочная курица с чесноком. Тут сразу и пакет для запекания есть. Посолить немножко. И добавить приправу. Я добавила приправу, теперь все нужно будет перемешать и оставить мариноваться хотя бы минут на 20. Оставлю, чтобы она промариновалась, а потом буду закладывать в пакетик и в духовку. Время приготовления где-то 50 минут, я так понимаю. И там будем смотреть. Сейчас еще картошку почищу и запеку тоже ее в духовке. Взяли еще вот такой рахат лукум ассорти попробовать. Я уже попробовала. Они такие вкусные. А вот это белое, я думала, это сахарная пудра, но это не сахарная пудра, это или крахмал, или просто мука. Обычно, это, наверное, чтобы влага не собиралась, скорее всего, это крахмал. А сами вот эти кусочки вкусненькие. Мармеладик такой, с разными вкусами. С яблоком, малина, апельсин. Какая-то ванильная, что ли, не знаю. Take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with.